Пацаны, вообще, ребята, всем привет. Камрюха, блядь, короче. После, блядь, обстрела. Лобовухи нету, блядь. Крыша, блядь, помятая. Но это все я делать не буду, это будут другие люди делать. Моя задача, тут пробила люк, ой, блядь, люк. Пробила бензобак, короче, осколками. Тут такая дырка в двери, пиздец. Похуярила машину нормально. Тут. Вот. Дырка. Вот, вот. И, короче, где-то зашел осколок и заебашил бензобак. Моя задача, блядь, сейчас слить бензина. Бензина, как обычно, блядь, под завязку, нахуй. Ну, люди же не умеют приезжать варить бак с пустым баком, блядь. Короче, сейчас сливаем бензин, снимаем бак и будем заваривать. Пока бензин сливается, можно пойти чая попить. Вот так, пацаны, набираем сейчас воды, блядь, полный бак. Вот, пробоина. Ну все, пробоина. Ее надо заварить нам. Ну так, парни, заварили, загрунтовали. Воду слили, бензин залили, промыли. Всю влагу, которая с бензином, всю эту, конечно, малую я еще влажными этими сухими полотенцами бумажными вымочил. Ставим бак на место, отдаем тачку.